Восточно-Украинский университет имени Даля, приехавший из Луганска в Северодонецк, получит денежную помощь от Евросоюза на ремонт помещений и системы отопления. Таково решение руководителей представительства ЕС и программы развития ООН в Украине. Чем еще могут помочь вынужденным переселенцам в Украине в материале нашего корреспондента? Понять и преодолеть проблемы, к которым привел кризис в Украине. Такую цель поставили гости из Евросоюза. На встрече с представителями общественных организаций они захотели услышать о главных трудностях переселенцев. Участники встречи просили поддержать Центр реабилитации детей-аутистов, помочь с расследованием случаев нарушения прав человека на Донбассе, незаконные аресты, похищения, пытки людей. Рекомендовали создать единую базу переселенцев для справедливого распределения гуманитарной помощи. Но большинство выступлений сводились к теме жилья. Единственная проблема, с которой у нас нет проблем, это питание, потому что мы получаем все время помощь. Все остальное мы решаем сами, кто как умеет. Это проблема с жильем, в первую очередь, конечно. Это проблема с нашими близкими, которые у кого-то дети находятся где-то с родителями. У кого-то старики, которых мы не можем устроить. Гости рассказали, что у них большой опыт работы с переселенцами в странах Азии и Африки. Но проблемы в Украине отличаются, так как у нас недостаточно собрать людей в лагеря беженцев и просто раздавать им еду. Мы уверены, что ваше общество в состоянии принять и устроить гораздо больше перемещенных людей, чем есть сейчас, говорит Бэрен де Грут, председатель по вопросам сотрудничества ЕС. И вот мы сегодня первый день в Луганской области, и мы заметили на примере Восточно-Украинского университета ту историю, когда университет должен был покинуть Луганск и практически переехать сюда и начинать все с нуля. Мы видим, что возможности есть, что так есть возможность начинать с нуля, и есть результаты достаточно хорошие. И опять же, они практически сами, без чьей-то посторонней помощи, создали университет заново практически и продолжили учебный процесс. Я бы сказал, что сейчас мы проводим анализ ситуации, но я не исключаю того, что в будущем мы нашу помощь будем расширять. Восточно-Украинский университет имени Даля, переехавший из Луганска в Севердонецк, получит от Евросоюза грант в размере 1 миллиона гривен. Эти деньги будут использованы на ремонт помещений и установку новой системы для отопления.